Синхронизиона. Опа, блин, прости, дисклеймер. Всем привет, вы на канале Нида Хакер Лайт. Сегодня мы с вами попробуем получить деньги в Steam абсолютно бесплатно с помощью гифт-карт. Как всегда, заходим в браузер, тут у нас ютубчик, а это означает, что это рубрика Нида Хакера. Рубрика, в которой мы проверим, что нам оставили по ссылочке в описании. Может быть, там будут реальные деньги, но скорее всего там будет что-то интересное. Очень давно не было данной рубрики, я надеюсь, что вы по ней скучали и наберете кучу лайков, чтобы мы сделали еще один ролик. Да, все как и раньше, набираем 5000 лайков и 500 комментариев, тогда как можно скорее мы сделаем еще один ролик со Steam гифт картами. Долго не ждем, сразу запускаем первый видосик. Музычка очень крутая. Туториал старт на первой минуте. Ход шот кодс 20-23 туториал. А я не понимаю, почему туториал старт на одной минуте, хотя вот начало буквально скоро, на 12 секунде. Так, чувак показывает нам Steam на своем iPhone 12 или 11, точно не знаю. Сзади у него, кстати, тоже store steampower.com, это настоящий Steam. На своем MacBook он показывает. Очень долго рассказывает. Да-да, нам очень интересно, спасибо большое. И вот он начинает показывать сайт. Почему на компьютере это не показывает, я не знаю. Hotshot Case. Как раз код Hotshot код. То, что было в начале. Открываем описание. А где ссылочка? А ссылочки нету. Кстати, очень много комментариев англоговорящих, что типа, of course, human verification, что это фейк. Ядрить, реально все комментарии пишут, что здесь развод. Я не вижу нигде ссылку, поэтому давайте ее перепишем. Вот Shot Codis. Вот, да, кстати, тот самый этот. GTA 5 у нас есть, какой-то Monopoly Go, баскетбол, Stumble Guy. Очень много всего. Кстати, хотите, может, PS, Xbox проверить карты какие-нибудь? Нас же интересует Steam. Вот, Steam, код, купон, код, get Steam, gift, card, and promo Codis. Only app? А он что там забыл? Чел очень долго рассказывает про все. Вот, он наконец нашел Steam. Показывает, что 662 человека уже отметили 4.7 оценкой. 278 людей сегодня юзали данный сайт. 100 баксов хотите? Напишите в комментариях, на что бы вы потратили 100 баксов. Шоу гифт карт код. Блин, сейчас будем проверять. Очень долго, много рассказывает. Так, он покажет Human Verification. У него, естественно, всякие штуки есть. Трусы смотрит. Нормально, нормально. После этого ему показывают Steam Gift Card. Причем, это не может быть Steam Gift Card. Покажи, ёптать, как ты вводишь, а? Давай. А, он так и не показал? Он реально, он даже не зашел, не показал, что это рабочий код. Серьезно, чел. Так, можно получить Free Game. Я так понимаю, free game это, получается, здесь пишет game, что-то там, вот такая же фигня, типа. Не, давайте Steam gift. Да human verification, загрузите и установите Opera GX. Не, если, конечно, Opera к нам обратится, я бы с радостью сказал, что это лучший браузер. Но рекламироваться вот в таких подробных сайтах очень сомнительно. Ну, таким способом мы себе денег точно не накрутим. Вот бы была такая бесплатная игра, которая ничем не уступает известным AAA проектам, в которой были постоянные обновления, и она бы шла на любом компьютере. Такая игра есть, и это WoW Cirrus. Та самая игра, в которой 6 октября вышло обновление с новым сервером. Она же абсолютно бесплатная и в ней самый крупный онлайн во всем СНГ. Кто ее не знает? Ты знаешь, почему нужно залететь на новый сервер? Конечно, там же все стартуют с нуля, и ты будешь в равных условиях с другими игроками. Можно будет легко найти себе команду, чтобы проходить с ними данжи или веселиться в PvP. А еще вы можете получить суперские призы. Первый, кто дойдет до 80 уровня, получит 1 миллион рублей. Сколько? Да, 1 миллион рублей за 80 уровень в обычном или хардкор режиме, а также за зачистку крутых рейдов с командой. А что за хардкор режим? Это новая фишка сервера, режим, в котором у вас только одна жизнь, и при смерти вы все потеряете. Так что если любишь сложности, скорее залетай на сервер. Проекту, кстати, уже более 10 лет, и он ни на шаг не отступает от официальной игры. Я скажу больше, здесь есть новые расы, новые локации и море уникального контента. Тут ты точно не заскучаешь. А как стартовать? Переходи по ссылке в описании, нажимай «Играть бесплатно» и качай клиент игры, в котором выбирай игровой мир и начинай свою великую историю. Ладно, принимаем. Скачать Opera GX. Ну я скачал. Хорошо, давай, установим. Так уж и быть, все как нас просят. Так, хорошо, Opera скачалась. Так, хорошо, ну вот, я скачал. Что дальше? Алло? Куда? А куда пропал? Я не знаю, может в Opera надо открыть это, чтобы подтвердить? Типа, чувак, я вообще-то это сделал. Ага, мне в Opera GX предлагают проверить... А,
Кстати, вот смотрите-ка. При открытии оно реально типа исчезает через какое-то время. Нужна помощь, да? Даже чем я могу помочь? Выполнил задание. Но мне не выдали код. Отправить. Давай. Что-то отвечает. Извините за проблему, видите, что вы завершили. Я завершил, все, у меня нету. Ну, я загрузил. О, он да... Вы поняли? В этом... это явно бот. И типа он мне пишет, что типа... Вот одну из них загрузите. Я это сделал. Где? Нету заданий больше. Алло. Я его выполнил. И скачал. Давай. Сейчас опять. Извините за проблему, убедитесь, что вы... Так, отлично. О-о-о-о. Однако... Чтобы получить награду, вам также нужно запустить приложение, убедитесь, что вы запустили. Подождите некоторое время, чтобы... Я открыл. Чё? Я открыл и жду несколько минут. Так, продолжайте ждать несколько минут, чтобы процесс верификации был завершен. Проверить, что у вас активно подключение к интернету. Убедитесь, что приложение полностью загружено. Если прошло достаточно времени, вы еще не получили код, рекомендую попробовать выполнить другое предложение. А нету других предложений, я уже скачал. Хорошо, давайте оставим. Оставим этот сайт и пойдем получим что-нибудь другое. С этим все понятно. Кстати, очень интересно зайти на канал, посмотреть. Ну блин, 15 лет назад здесь грузили какие-то ролики, а здесь вдруг начали 2 месяца назад грузить такую фигню. Но мы идем смотреть дальше. Tutorial will be starting right now. Они специально ждут какое-то время в начале ролика, для того, чтобы им баны не прилетали, похоже. Здорово. $8 у него есть, хорошо. В этот раз нам, по крайней мере, показали Steam. Так. 4К! Хо-хо. Давай, 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 4К посмотрим видос. А ссылки-то нету. Нету ссылки. Где ссылка? Чтобы их не банили, они как раз-таки... Нигде не пишут ссылки. Itofers.com. Есть такой сайт. Отлично. Даже у них есть Facebook. Так, ну-ка, что здесь у нас есть? Walmart, eBay, Fortnite. Кстати, по Fortnite очень давно не было видосов. Хотите по Fortnite видос? В комментариях напишите. Так, Steam gift card, Roblox, так, Xbox. Ой, все есть. Nike. Ну, у нас в России, конечно, все это не работает. Но давайте попробуем Steam gift card. Клик хер. Ну, кликнем на хер. Ой. Ну... Ну, моя любимая, ё-моё. Когда первый ролик... Мне очень интересно посмотреть, когда был записан первый ролик с этой фигнёй. Я не знаю, это 5 лет назад я проверял вот это. И она не меняется, уже 5 лет. GG стаж. Естественно, естественно, выбираем $100. Какие-то сервера, что-то там куда-то подключается. Да-да-да, ну, Так, sending stage какой-то. Так, что там? Connecting the Steam сервис. Так, нам идет генерация кода. Хо-хо-хо. Так, ну здесь, по крайней мере, нам не пишут эту фигню, типа Steam $100. Ну, вот эти фейковые ключи. Ой-ой-ой, что такое? Это Human Verification. Никогда этого не видели, и вот опять. Так. Ну, наши любимые вопросы, куда без них? Какой у тебя пол? Я вообще-то себя считаю вертолетом, но выберу мужчину, так уж и быть. Да, мне 18 лет. Как вы зарабатываете на жизнь? Я работаю. Бля, они смайлики стали добавлять сюда. Я работаю не по найму. Так, ну я работаю. Менее $100. $1000. Сколько мы зарабатываем, Костян? Ну, примерно $1000, наверное, может выйдет со всеми заработками. Поехать на семейную отдых, купить машину, купить новый дом. Начни свой бизнес. Давайте машину купим. Я думаю, да? Есть ли у вас опыт торговли биткоинами? Из биткоинов у меня только шоколадки вот эти были. В обертке золотой. Да, я новичок. О, the real person. Так, мы подтвердили, спасибо, ваш результат. Отлично, 131 из 35. Непонятно, правда, что за 35 и какие баллы начисляются. Вы идеальный человек для заработка в интернете. У вас есть шанс зарабатывать намного больше, чем $5000 в день. В день? $5000? Блин, а куда? А чё она закрылась? Я хочу зарабатывать $5000 в день. Так. Блин, ну дай. Она не хочет, чтобы я зарабатывал $5000. Меня на Google перекинуло, блин. Так, там что-то надо установить. О, choose your personal player. Ну давайте вот это. Ой, посох выбираю. Чё за хрень? Так, а, это бильярд. Боллмастер. Как... Какое-то название порнофильма с актрисой. Очень интересный. Мы можем зайти через Google. Ну, короче, это просто игра. Поиграйте 30 минут. Скачайте, запустите последнюю версию. О, скачайте, запустите. Есть. Давайте попробуем. Так, скачаем. Я, правда, не вижу смысла устанавливать, потому что у меня уже открыт вот браузер. А что если я с этого? Я как раз-таки с этого игрового браузера открою как раз-таки... Открою эту штуку. Мне предложат или нет еще раз скачать игровой браузер? А здесь только один Human Verification. А, нет, вот. Да?
Да, то же самое. Не качайте. Вот когда вы видите красную табличку, лучше не надо. Я перейду, но только для того, чтобы вы знали, что не надо так делать. Ты человек в цели безопасности. Подтверди... Серьезно? Видео готово загрузка. О, видео? Ваше видео готово к загрузке. Нажмите продолжить. Какой-то видосик. Wi-Fi. Выбери Wi-Fi. Так, ну давай, Wi-Fi скачаем. Видео download. Интересно, что за видео сейчас скачается? Выберите мобильный ОС. iOS. Это за блюр. Click here to next. А, это просто чат? Привет, секси. Я поди... Чего, падение? Мы можем поговорить. Вот моя фотография. Так, фотка сейчас будет. Ты там жду... Привет. Жду фоточку. Так, как вас зовут? Где фотка? Женщина. Ах, хорошее имя. Имя жду фоточку. Так, я жду фотку до сих пор. Это хороший возраст, мне нравится мужчина такого. Мне 24, вы похожи на мужчину моего типа, откуда ты? Фотку скинь. Блин, ну чуть-чуть хотя бы ишку подключили, чтобы пообщаться с ней. Прикиньте, чат GPT подключить к этой штуке. Ах, хорошее место, я всего хотел выехать туда. Так, тебе нравятся мои фото? Как вы? Я не вижу фото. Я уверен, что тебе нравится. Уверен? It's a trap? Ловушка. Так, ладно, фиг с ним, понятно. Блин, я видос ждал скачивать, а тут не качается. И тем более даже браузер я скачал, но она не восприняла это за выполнение. Ладно, посмотрим сейчас на канал, что тут есть вообще на этом канале. Welcome to my channel! Туториал старт на минуту 20. А вот это что, не туториал старт? А, вот, да, как раз таки, минута 20 показывает Gift Card Hero. О, мы станем героем! Gift Card Hero, давайте перейдем на сайт. Опять-таки, кстати, на айфоне, на фоне макбука, в котором открыт Steam, он показывает способ. Он не открывает эту кнопку, не показывает, что нужно там Human Verification. Он также не показывает, что код использует. А... Чего? А Call of Duty Mobile тут при чем? Чего вообще происходит? Я не понял. Ну давайте зайдем. PSN, Star Wars Jedi, Free Shane, Sims 4, все DLC, Free Game, Starfield, Disney Free Visa, так, RDR 2, NBA 2K, о, MK1. А где Steam? На что ли? А, в поисковике на... Чего? А, вот нашлось. 1 декабря 20... 2-го года. 2 года уже эта штука существует. Алло, а почему никто не блокирует сайты? По большой зеленой кнопке на пол экрана нажмем и перейдем. Ну, это очень похожий сайт, но... Причем... А, не, кстати, это другой домен. Это Call Hero, а здесь Gift Card Hero. Давайте, 250 баксов. Естественно. 2,5 игры можно купить в нынешнее время, а? Идет поиск, отлично. Угу. Show full код. Давай, показывай код. mobileverification.net. А, так это тот же самый сайт, только от другого. Ну, блин, я особого смысла здесь не вижу дальше сидеть. То же самое. 14 лет назад. Вьетнамский вроде это язык, да? И тут резко Steam Gift Card. Мне показалось, что это Айтипедия. Явно какой-то геймер. У него, смотрите, шумоизоляция на фоне. Шумопоглощение. Не изоляция. На фоне какие-то фигурки, драгонбола, еще что-то эти, как его, забыл. Фанкопопы. У меня тоже, кстати, есть фанкопопы. 2 штучки. Ну, кстати, если хотите посмотреть, какие у меня есть фанкопопы, в Телеграм заходите. Как набирается 3000 лайков, фоточку туда загружу. На этом ролике 3000 лайков. Так, хорошо, очень долго он что-то рассказывает, какие-то скидки показывает. Просто до определенного момента рассказывает, а потом просто обрывается и включается совершенно другой ролик. Ага, сайт tested in this video. Сайт, который тестировался. Он же тестировался в этом ролике, да? Не подумайте, что там развод. $50. Давай, посмотрим. Continue. Так, надо. Нам надо заплатить 0. Мы получим 50 баксов. Нас перекидывают на другой сайт, но с припиской Marfazu. Типа, рефералка. Рефералка, вот. Точно так же. 8 балл. Скачайте OpenGX. И лучшая загрузка для вас. Ну, это вроде то же самое, да? Так, хорошо. А если more нажать, то, скорее всего, она выполнит... А, кстати, смотрите-ка, здесь надо уже выполнить 2 рандомных задания. Это, если что, последний шаг для того, чтобы получить гифт-карту. Да-да. Ага, все. А, нет, я... А! Нажимая more, она просто сворачивается, либо открывается. Я тебя понял. Ладно, здесь больше ничего интересного нет. Закрываем и переходим дальше. Offer zone EUS. Мы зашли на сайт. Отлично. Click here. Естественно, click here. Да ёб твою мать, GG Stash, GC
Тэш. Интересно, а вот этот чувак, который разработал, ну, кто дизайнер, верстальщик данного сайта, они получают копейку за использование их сайта? Кто-то украл у них данные и грузит на различные сайты. Ядрит, пацаны были бы богаты, если бы они получали процент со всех прибыли. Естественно, опять-таки, Human Verification и... Да, ничего особо интересного нет. У нас здесь есть намного интереснее, смотрите-ка. Шорцев просто тьма. И все они на одну и ту же штуку. CSGO, 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 CSGO. Бля, он что, каждые 5 минут грузит? У него сайт CSGO2CS.A. Серьезно? А че это мы последним проверяем? Хорошо, давайте. Тим запустил гифт в честь осени. Можно забрать 50 бачей и тратить можно только на игры и тому подобное. Ссылка оставил на канале под аватаркой профиля. 131 тысяча просмотров, ёп! Хорошо, есть QR-код, по которому можно также пройти. Но. Ой! А что такое? А что-то мы с этого сайта не можем никуда выйти. Так, можно с помощью мобилы. Я чисто с телефона. Давайте сейчас быстренько создадим тогда в Steam аккаунт. И попробуем получить на него 50 баксов. Все, мы в Steam. Отлично. Недавняя активность CS2. Я в CS2 заходил, играл. А, 22-й год. Прикиньте, в CS2 играл в 22-м году, пока вы все играли в CSGO. 12 августа я точно не заходил. Признавайтесь. 51 день назад. Кто заходил 50 дней на мой аккаунт? Признавайтесь. Серьезно, чуваки, вы чё? Space War, он еще и в пиратские игры играл на моем аккаунте. Так, хорошо, ладно. Сигинын, давай. Пробуем. Нажимаем войти. Здесь нас просят Steam Guard. Пока что ничего странного нет, не учитывая, что... Так, новый девайс. В принципе, пока что все нормально. Сейчас напишут, ой, у нас ошибка. Введите, пожалуйста, еще раз. Steam Guard. Да-да-да, срок... Эх, блин, срок действия этого кода истек. Мы вам выслали новый, в котором написано Did is decode Degen... Короче, он, блядь, вообще на каком-то непонятном языке пишет. На нидерландском он пишет, поняли? Это код нужен вам для изменения данных кода. Короче, когда-нибудь я сделаю ролик на другой канал, где расскажу про то, какая дырявая защита у Стима. И типа вот с помощью двух QR-кодов, двух не QR-кодов, а этих Steam Guard'ов, можно украсть аккаунт. Если я сейчас введу код, то у меня просто украдут аккаунт. Мне очень интересно, чувак, который заходил и играл под моим аккаунтом, еще раз зайди на аккаунт, что-нибудь напиши на стене. Я потом посмотрю, скриншотик закину в Telegram. Ну а вам, я как всегда желаю хороших антивирусников и до скорых встреч. Ведь ролики у нас выходят каждый вторник и пятницу, а по воскресеньям мы проводим стримы с проверками работ от наших конкурсантов. Обязательно залетай в Telegram, ведь там все уведомления. Пока!